Дорогие друзья, всем привет! С вами я, Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская Ива. И сегодня хочу вам показать две новых работы. Это пасхальные корзиночки. Друзья, одна корзиночка овальная, а вторая корзиночка на круглом донышке. Сейчас вам сразу по размерам все обязательно покажу. У овальной корзиночки бортики я плела рисунком в два прутика. Поверху широкая коса и достаточно такая широкая прочная двойная ручка. Ширина донышка 26 сантиметров. Длина донышка 36 сантиметров. Высота бортика у этой корзины вместе с косой 20 сантиметров. Высота ручки, как мы меряем, горизонтальную перекладину поставила и от нее вверх 19 сантиметров. Вторая корзина круглая. Вот посмотрите. На круглом донышке. Сразу сейчас тоже назову размеры, если кто-то пожелает повторить такую работу. Диаметр донышка 30 сантиметров. Высота бортика с косой 15 сантиметров. Высота ручки 27 сантиметров. Друзья, моя работа, она не только пасхальная корзиночка. Эта корзина, она как хозяйственная, она пригодится любой хозяюшке в быту. В ней удобно и переносить, и перевозить какие-то продукты, и хранить. Абсолютно очень комфортная корзинка, которая сплетена мной из очищенного ивового прутика, из натурального дерева. Ну, эко. Есть такое слово. Вот это наш случай. Друзья, согласитесь, красотка же. Ну, даже не хочется камеру выключать и глаз отводить. Вот с этими работами уже совсем скоро я прощусь. За ними приедет свой новый хозяин. И буквально завтра эти корзиночки уже отправятся в новый дом. И будут служить верой и правдой. Друзья, самое главное, вы приобрели у меня какую-то работу, корзиночку, вы ей пользуетесь. Сколько это радости приносит пользоваться красивой эко-плетеной посудой, корзинами, какими-то хлебницами, подносиками у меня часто заказывают. Друзья, обязательно пользуйтесь. Красота и удовольствие вот огромнейшее. Всем я желаю всего хорошего. С вами была Катерина Бочкарева, мастер лозоплетения из питомника Тверская Ива. Увидимся в новых видео. Пока!